Неважно, какой Йеннифер. Какая нахуй разница? Мочи, суку. Гвинтишь, что ли? Пиздабол, ты редкостный. Что за отношения? Неприятно слушать. Позитивная мотивация явно не мой конёк, и мы все умрем. Все уже было до нас, можно выдохнуть страх и уставить глаза в небосклон. Если окружающему блясту и сопротивляться, то не с печальным лицом. Все повторится не раз, но мы живы сейчас, на мира, но удобрят чернозем. Позитивная мотивация явно не мой конёк, и мы все умрем. Все уже было до нас, можно выдохнуть страх и уставить глаза в небосклон. Если окружающему блядству и сопротивляться, то не с печальным лицом. Все повторится не раз, но мы живы сейчас, номера на удобрят чернозем. Позитивная мотивация явно не мой конек, и мы все умрем. Все уже было до нас, нужно выдохнуть страх и уставить глаза в небосклон. Если окружающему блядству и сопротивляться, то не с печальным лицом. Все повторится не раз, но мы живы сейчас, номера на удобрят чернозем. Всем привет! Чайки какие-то. Как будто... Всем привет! Чайки какие-то. Меня легко удивить, я уже говорю, когда играли, меня легко очень. Всем привет, канал G-Games, меня зовут Гамбит, со мной сегодня у нас товарищ Каспер. И мы... Привет. Да, будем проходить Ведьмака. Привет, друг. Привет, друг. Привет, друг. Вот такой друг. Это я говорю. Замутили на двоих, да. В двоечка, так сказать. Как говорится, два смычка в стрим. Да, у нас человек незнакомый с Ведьмаком, вообще незнакомый со вселенной, скажем так, поэтому... И сериал нет, ну такое. А тебе сериал не понравился? У меня амбивалентные чувства. Он я знаю только... Если ты допустишь меня к Яру, то он забудет обо трёх всем героев. Давай, давай, говори, рассказывай мне. Лучше бы называть Геральт. Геральт, да. Из Ривии. Из Ривии. Как будто бы из Ривии, он так-то не из Ривии. Из племени серых волков. Пиздабол, ты редкостный? Нет. Нет. Каких племени серых волков? Что за индейцы? Ты же Ривия из Геральда. Тут очень тонкая материя, понять, что это он же, но он же и тут не он, а как бы ты управляешь не им, но все равно ответственность лежит на тебе тут. Не, говорю, если Йеннифер, не важно какой Йеннифер, правильно? Не важно какой Йеннифер, любой Йеннифер красивее женщина брат. Элиш! Мне интересно, то есть, вот это, как там называется-то? Давай, скажи, кто, я тебе скажу, кто. Предзнаменование! Предназначение. Какая нахуй разница? Никакой. Вот Трис, как должна выглядеть. Ну, не так тоже. По книгам не так, но вот игровая. Берем из фильма, который «Цыганка», помнишь? Или не помнишь? Нет. А, ты не помнишь? Я же... Стоп, игра! До того и договорили, что... Ты не можешь его вспомнить, да? Да. Сейчас тебе покажу. Вот, смотри. Сравни. Это и это не неудачный кадр актрисы. Она же такая, видно. Ну, вот, отмена, отмена. 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 Переснимайте сериал. Не, а что ты так относишься? Что за отношения? К чему? Красивая женщина. Она тоже хочет любви. Слишком уж я разборчивый, да? Да. Цири, смотри, какая взрослая будет. Парням ее не понять. Кого ей? Кого у нас? Цель не понять? Лесбиянку не понять. Как раз понять, мне кажется. Цель-то одного получается. Она наш соперник. Нет, я шучу. Как бы дал бы еще раз? Обратно стальной руки. Звук именно этот. Какой? Я это сделал? Ну, короче, я не буду спать с Трисой для того, чтобы она согласилась. Потому что... Посадит. Я боюсь потерять своего коня. Что похоже... Платва чует запах Трис? Нет. Трис цыганка. Она может украсть коня. А-а-а. И цепочку. Я Трис, видимо, перепутываю с кем? С кем-то. С главной героиней маленькой девочкой. Цири. Да. Хуёвенько. Давай так, я тебя по образам чисто скорректирую. Есть, короче, цыганка, а есть ласточка. Это типа как для фиксации. Не запомнишь? Есть беленькая маленькая девочка, есть большая цыганка смуглая. Лучше... Цири, Трис? Нет, не знаю.
Товарищ Каспер, вы чат, пожалуйста, все, я без чат, я его не вижу. Целился. Целился. Надо знать слова. Да почему? Просто нет, надо знать русский язык. Как минимальные такие, знаешь, требования. Ты принципиально будешь читать, да? Конечно. Я просто забыл. Не забывай. Как тебе намекнуть, что читать надо не про себя вслух? Да, очень. Нет, я сначала читаю, вообще понимаю. Не могу за всем следить. Следи хотя бы за чем-то одним просто и все. А, тут про толпа. Ты собираешь шкурки? Шкурки зайцев? Да, тут они нужны вообще. Ну тут есть какие-то, ну там для крафта сейчас, для разбора идут они, когда делаешь какую-то броню. И трава, и. И трава, зайцы. И чат никто не читает. Когда говорит блатной, его неприятно слушать. Неприятно, конечно. А это дополнение последнее. Это Туссент. Он такой. Туссе? Туссе! Пойдемте на Туссе. Крутой Туссе! Коровье вино Туссе. Я очень корректно себя веду, я считаю. Я стараюсь не говорить некоторые вещи, там матные, грубые, пошлые. Прости, люди. Мы все проебали. Тот, кто помочился на мой забор, тому я тару хуй. Вот такие бывают эти объявления просто висят. Я поэтому ищу что-то такое. Ну, здравствуйте, будьте добры, пожалуйста, мне вот 2 килограмма гречи, вон тех конфет и вон ту залупу дайте, пожалуйста, мне. В красный, да, вот эта классная обертка. Угу, спасибо. Давайте так сразу тебе скажу, в чем здесь. Здесь есть титьки. В чем плюс? Я тебе про сериал также писал, здесь есть титьки, поэтому. Ну, ты единственное, что меня зацепил. Титьками, да? Ну, ты меня зацепил, да. Я тебя зацепил титьками? Да. Прошу прощения, что, ребят. Кто знал, что стрим такой перейдет в такое русло, да? Никто не знал. Пол тити вижу. Знаешь, это почему? Твоего. В чем, мне скажи, пожалуйста, магический какой-то знак сосков? Почему именно соски закрывают? То есть могут показать вот такую огромную сиську и закрыть только сосок. Интрига. В чем? Какой он? А, ижишь? Он нам пишет. На самом деле чародейки способны только открывать порталы и показывать сиськи. Предвзято отношение к магичкам, мне кажется, да? А как же? Я бы сказал, и не только. А, и не только? Нет, способны не только открывать порталы и показывать сиськи. Вот так было правильнее. Прикинь, в мире Ведьмака есть такая фигня, когда просто если... Флэш титс. Когда просто ты сидишь, идешь по городу, только открывается портал, там титьки. Закрыл резко и все. И ты... Там сотни чародеев прям просто. Они все этим занимаются, нравится, весело. Да. Вариант принят, как всегда, бабы все испортили. Ну, да. У них есть такое, такая власть, такое право, то, что они все украшают, поэтому они все и портят. Магия сосков. Магия сосков. Давайте запомним эту фразу. Это магия сосков. Действительно. Бывают такие фильмы. Джон. Мне кажется. Шел по лесу, мухомор шлёп. Да, в Ведьмака периодически вселяется Николай Расторгуев, который распогодилась, погодка, вот такое бывает у него. Почему? А, не знаю, любит группу Любе. Огородик, огородик. Олени. Олени, как... От олени можно убить. А, лучше... Бабу убил, да, ты это хотел сказать? Ну ты чего? Ну что это такое, что происходит? Лечит. Ты убьешь ребенка из ревности, сука? Ты убьешь ребенка спросим из так. Ревности? Это правда? Почему сука? Не бич, а типа, хотел. Так, что он предлагает? Я бы опозорил жену и сына, обрек бы их на нищету, ты должен отвести проклятие. Пусть она умрет. Да будь... Ты заслужил чего? Но если придется выбирать между одним злом и другим, я предпочту не выбирать вовсе. Не выбери, я даже запомнил, не выбери из зла никакое зло. Не выбери, я даже запомнил, не выбери из зла никакое зло. А нет, третий вариант. Не делай. Дебил, блядь. На тебя сожрет. Не делай. А не ты сделал, блядь. Не делай. Просто уйти? Тогда у него ребенок умрет, маленький сын его. Ты не понял, ты не посмотрел завязку, да? Эта сука, бывшая его, она сделала какой-то нитинг, вот этот проклятие, что
Потому что, типа, он ее когда-то бросил и ушел к другой женщине. И она решила, типа, сдохнет ребенок, он вернется ко мне обратно. В этом плане я, чтобы спасти ребенка, лучше, а она так пошла в пизду. Ребенок уже умер. Нет. Нет? Можно же его спасти, убив ее. Да! Мочи, суку! Ты похож на Кшиштовского. Знаешь, такой Кшиштовский? Нет. Не знаешь? Кто такой Кшиштовский? Кшиштовский. Кто такой Усачев, ты знаешь? Усачев, да. Кстати, Усачев и Кшиштовский. Понял. Я, наверное, с ним смотрел как Шестан. Раз, как они плавают на Северный полюс. Да, да. У Геральда самый плохой в физическом смысле медальончик. Да. У всех школ типа он круглый и такой плоский, а у него какая-то хуём была. Это где? По сериалу ты имеешь в виду или что? Или в игре? Я не знаю. Ну, хорошо, а что везде, ты везде, сказал свою позицию. Везде, не, а везде одинаковые же. Привет, хлопцы! Кассу отдельный. Андрей Строганцев? А? Понял такого? Да ладно. Да-да-да. Привет, Андрюх! Давно не виделись. Приезжай к нам. Пацан совсем мелкий, а дочь скоро сад закончит. Сад закончит. Ну, выпускной экзамен там. Нужно проехать по городу сначала, припарковаться, параллельная парковка и это... остановка. Если у него дети... то значит у него был секс. Как минимум два раза. Как минимум два раза, да. Я по такому принципу, меня тоже такие вопросы задают. Андрюха! У меня был один. Знаешь такую тему, нет? У Йеннифер есть чучело единорога. И на этом чучеле у них происходит соитие. Трахаются, короче. Трахаются. Угу. Прям секс там. Геральт же не испытывает никаких чувств. Испытывает на самом деле. Это он так всем врет. Где-то в книге про это такая информация есть. Так, тут это просто чтобы получить награду. А ты к чему хотел? Допустим, давай смоделируем ситуацию. Он не испытывает чувств и... Как он тогда будет трахать Йеннифер? Ты путаешь чувства, наверное, и физиологические особенности. Ну, у него возбуждения не будет. Возбуждение – это чувство? Нет. А что? Это физиология. Но у нас работает от чувств или нет? От химии? Химия почему? Чувство – это больше, как говорят, про эмоции. То есть, нравится, красиво, тепло, а тут... А потрахаться всегда. Потрахаться-то это уф. Хорошо. У Андрюхи вопрос. Я готов дать ответ. После вчерашнего стрима. После секса Геральда и Йен. Если не ошибаюсь, она попросила его отвернуться, чтобы одеться, хотя в сексе не стесняется. Да. В жизни порой так же бывало. Почему так к парни? Могу объяснить. Смотрите, ребят, кто не в курсе. Девочки, когда одеваются, да, они считают, что в этот момент они некрасиво выглядят. Потому что, когда они одеваются, они могут какую-то некрасивую позу принять. Банально. Вспомните, если видели, если не видели, то подумайте, как девочки одевают колготки. Вот просто колготки. Я знаю, что вот этот вот бзик есть у всех. Потому что, если девочка стесняется одеваться при мальчике, надевать колготки, она их наденет очень плохо. И ей будет некомфортно. Когда они надевают, это же как, оп, лягушонок присел, да? Знаете такую фигню? Вот, поэтому всегда просят отвернуться. Ну, такие дела. Это магия соска. И магия соска, конечно. Кстати, я забыл проверить, если я не ошибаюсь, Брунов. Про которого... Брунов. Теперь ты. Про которого мы разговаривали. Да. Он озвучивает вроде бы Лютика Игрового. Если я не ошибаюсь, надо проверить. Что, ничего не получается? Он меня убьет. Отмена! Сука, все. Блин. Чё, у тебя положение сейчас было прям? Да я знаю, но я играю на максимальном уровне сложности. Ты не должен так реагировать. Почему? Мне обидно. Пытаюсь найти я причину, почему меня убили. Не могу признать, что я рукожоп. Так. Гамбит, это у меня интернет просаживается или есть потери? Проблемы у тебя. Не вини нас ни в чем. Живи как жил, да, сразу все. С миром. Ты это благословитель. Так, сука, иди отсюда. Нет. Я еще просто не сделал все, что хотел. Гейские. Есть ли у меня в туалете плакаты тайских мужеложников? Нет. Такая пауза была. Нет, у меня есть специальный шкаф отдельный в
подвале я его поставил, там открываешь, и там уже все стены в тайских мужеловцах, конечно же. Ну, как и у всех. Неужто у всех? У тебя есть такие плакаты? Нет. Мне кажется, остался последний вот рубеж нашего падения. Ну все, это последняя шутка, наверное. В чашу юмора про пенисы геев и... Да. А я уже все прочел. А уже прочитал, да. Уже мог не удалять. Мы все знаем. Прежде так что все. Не, давайте мы карабкаться, давайте просто карабкаться наружу, пытаемся войти в струю, так сказать, Ведьмака уже, более-менее нормального. Либо на любую другую тему, реально, то есть я... Про евреев, про... Типа про жару, про как в деревне, там, печки всякие. Нет, можно про женщин, про расизм там. Андрей просит про бар «Голубая устрица», можно сказать. Но мы просто от этого уже уходили, мы пытаемся уйти от этого. Андрей, все. Ты поясни, люди, которые сейчас зайдут или которые включат стрим на какой-то моменте. Бар «Голубая устрица», просто мы пытаемся от этого уже уйти. От этой шутки? От этой шутки! Ля-ля-ля! Надо пояснять. Ой, правда? Нет, я говорю, это тема такая, это тема пошлого юмора. Есть говноюмор, есть вот этот вот гомо-юмор, да? То есть в него если падаешь, то надо просто выкарабкиваться, иначе сейчас все пойдет по пизде. Вот видишь, уже попытка вылезти есть первая. Все, женские уже затронули, уже приятнее. Красота. Красота. Андрей, звуковые эффекты. Андрей просит больше не шутить про тайландцев. Да, я согласен, не надо. Ладно, постараюсь. Я не нарочно. С резиной. А вы были в реале в Таиланде? Не встречали таких субъектов? Я не был. Я тоже не был. Но смотрел. Про путешествия в Таиланд там, ну и близлежащие страны. Да, это правда. Просто набирала, это правда. Это думаю, на 20-25 без меня не кончать, ну вы поняли. Три версии сразу, три пошлых шутки, одна из другой, короче. Ни одну не говори. Ни одну не буду говорить. Молодой. Что такое? Нет, все нормально. Здесь гетеросексуальные шутки. Дело не приму в том. В дом красивого молодца, который согреет молодую вдову ночью. Он должен быть рослым, блондином, хорошего сложения, с густой бородой, свежим дыханием и до мужского дела ненасытным. Я сначала не так прочитал. Давай. До мужского тела. Ненасытен. А. Отвратительно, конечно. Ну, вдвоем тогда еще. Конечно. В Козубу. Я бы Геральт попер. Ну, это не имеет отношения к игре, это просто личное такое вот желание. Причем, который Генри Кевилл, конечно. Тайский кровоотсос. Андрей, мы с таким трудом выбрались из этой ямы и тайского юмора, что ты опять нас пытаешься туда затащить? Я вот этот вопрос уже не понимаю. Шутить можно вообще, я считаю, у нас шутить можно про все. Главное... Не перебарщивай. Не перебарщивай, да. Это выживашка? Что? Выживашка. Выживашка. Да, выживание. Выживашка – это польская фамилия вообще. Вот. Я говорю, выживашка. И там есть на выбор несколько героев, ну там как бы они сложности различаются. И, короче, есть самый хардкор – это ты очучаешься в пустыне. Очучаешься. Очучаешься, я не ошибся. Я понял, я... Ощутился, что ли, или что? Нет, все правильно, очучаешься. Очучаешься. Очучение. Очучение, все правильно, не поспоришь. В пустыне, без еды, без воды, без одежды, без руки и без ноги. Па-пам. Это ты сейчас на сетчатом придумал эту игру? Или нет, это игра, правда! Что за карты? А? Где? Где? Что? Были карты какие-то. Где? Гвинтишь, что ли? А гвинтируешь? Иногда. Типа Ижиш Вдат, это я, мой ник заканчивается на Вдат, еще плюс Ведьмак, заканчивается на Мак, так и получается Вдадмак. Ну да, есть. А мы не поняли! Вот это так все? Какой... Ёпта не мой, да, блин. Это вап... Ты что, крейзи? Ты тупо. Чувак, мы все поняли. А я думал, что в детстве смотрел Терминатор, а это была серия «Ну погоди, Зайцем-роботом». А Заяц-робот есть Терминатор, дружочек, ты чего? Что за сомнение? Прочь сомнения? А какой еще есть Терминатор? Типа этот пародия Шварценеггера, что ли? Нет. Терминатор это который? Заяц, волк. Это и есть Терминатор. Я скажу больше, он же и Робокоп, и Судья Дредд. Я разбираюсь в этих Судья Дредд? Я знаю некоторое говно.
Некоторое дерьмо. Нет, судья Дредд. Судья Дредд? Нет. Что нет? Он человек. Он закон. Я закон. Ну, катапульту тогда, думаю. Нет, либо вот этого. Нет, либо лучше катапульту, думаю. У тебя грандиозное прошлое по Хардстоуну, действуй. Какое? Ну, ты долго не играл. Вот и все. Ты до какого-то, до второго уровня доходил? Да. А это почти легенда. Сидишь почти рядом с легендой. Почти рядом, почти с легендой. Почти рядом с почти легендой. Подвинись почти ближе. В жопу пошел. Ага. Кого брать с собой? Первый, один Эскель, два Ламберт, три Эскель и Ламберт, четыре идти одному. Я беру Кристофера Ламберта. Да, я тоже так говорю периодически. Кристофер Ламберт. Да, бери Эскеля и Кристофера Ламберта. Потому что Кристофер Ламберт – это Рейден, а Рейден – это бог грома и молнии. Но он в 1080 Twitch у меня хорошо принял Fallout 4. А почему-то Ведьмака, Last of Us он не смог. То есть он просит, типа, давай понизим маленечко качество изображения. Я говорю, давай-ка ты в пизду пойдешь и не будешь ничего понижать. Да? Давай спросим, что нового на Фирсдале. Так это Фирсдаль, правильно понимаю? Фирсдал. Ничего. Фист дал. Фист дал. Фист принял. Хотел пофлексить. Хотел погвинтить. А пришлось пофистить. Жестко облажался сразу. Смотри, что у меня лошадь делает. Что она хочет? Хуй знает. Массаж делает какой-то. Разминает. Отжимается, я не знаю что. Плотва. Разминает копыт. Ножки. Сухожилия. Ну-ка. Ух ты. Чё могу? Чё могу, ладно. Чё? Ну, скатился он. Просто убил внизу, а лут, я так понимаю, вон по крестикам, типа, где-то наверху, что ли? Да. Прошло сквозь потолок. Прикольно. Читер. Кто? Ты. Причина? Это не я виноват. Как так сверху оказалось? Так мне-то было удобнее, чтобы он снизу был, а не сверху. Так что моей вины тут нет. Невиновный. Как стекло невиновный просто. Ты опять сломал дверь? Не ломай, пожалуйста, дверь балконную. Я поставлю новую. А, пизда пол, мне кажется, немножечко-то. А, Брина... Я пол тоже люди. Не согласен. Я палец. Такие дела. Чудо. Чудо. Мужчина прилетело. Да что такое? С кем деретесь, воины? Понятно. Обожрались. Мухоморов опять. Я догадываюсь, что ты... Какие у тебя ассоциации, когда ты слышишь джангл? Негры, Квентин Тарантино. Короче, четверг. Обычный четверг, да? И расчленёнка. Все совпадает. За что ты сражался? Это как вот... Там что... Насчет чего был сыр-бор? Да, насчет чего был сыр-бор с Вердайдером. Ну, это что? Это... Передай мысль свою ближе к ротовой полости, выдай ее из своего рта, просто скажи мне, чтобы я ушами насладился этим звуком. Побуждение к действию. Побуждение к действию. Мы берем квест. Нет, там дает мой чародейки, это будет Трис и Йеннифер, это было. Типа... А если они надоели? Уж извините. Я слишком уж вы, как его, много спалитесь. Ну да, так-то. А ты не прихвоел, сынок? Ну да, так-то прихуел. Князь это кто? Это князь. А выше князя есть? Есть. Почему я не могу князю дать? Можешь. Погнали. Есть же порно-версия Ведьмака? Конечно. Где это, да? Я отдеру Трис. Лысый из Риви. Нет, это, как говорится, есть... Все обо что бы ты подумал, а в этом есть порно-версия. Да. Милгарти. Милфгарцы. Это в тот же фильм. Я понял, государство Милфгардия, короче, есть такое.
Там ходят очень красивые взрослые женщины и подростки. Покажи свои товары. Покажи свои товары. Он торговал шкурами, мясом, немножко травкой. Травами. А я что? Травами. А он не продает шкатулочки? Шкатулочки? То есть ты думаешь, это тот травник? Ты знаешь, эти торговцы-то травники с дредами такие. Да. Sunshine, которые предлагают это. Это хорошая коробочка, там можно хранить эликсиры. Не все понимают, но травку вы можете держать здесь. Чуешь? Чую. Чуе. Я кочую, не могу, блядь, сделать отсылку, не сделать отсылку к песне мистера Кредо «Долина чудная долина». Немножко стыдно за это. Я не знаю даже. Ты не знаешь песню «Долина чудная долина»? Я знаю, но я даже не знал, что это Кредо там поет. А ты пизданешься или нет, я не пойму. Давай, вылетай. Вообще ты не падаешь-то? Блин. Да, почему они не падают? Сука, ну упади. У меня болты кончатся сейчас. Болты как снаряды для арбалета, так и шутки. Вот. Кидай последний болт. Тихо, давай, иди сюда. Вот, все, крылышки отлетели. А женщина умерла. Как красиво умерла. Давайте посмотрим. Нет, она жива же. Нет. Оп, цвет волос поменялся. Вот такое бывает. И соски прикрыла. Опять же, соски никому не показывают. Магия сосков. Магия сосков. Найти там надо родовой меч? Да, родовой меч. А что надо еще параллельно забирать? Меч для кесарево сечения, я так понимаю. Ну, конечно же. Мы же играем Ведьмак 3. Гинекологикал вершин. Апорт – это грех. Угу. Идет пыл боя. Пыл боя? В пылу сражения, ты сказал другими словами. Идет пыл боя. Просто отсекли руку, и что, все, и ты уходишь? Типа, положите меня в укромное место? Ты чего? Нет, ты взял меч в другую руку. Есть люди, у которых тело состоит из укромных мест, тем не менее, они там сражаются. Полежи там. Как так получилось? Ты имел в виду, полежи в плане отдохни. Да. И чародейку потом получишь. Да. Всем чародейки! В таверне такой, в корчме это будет. Всем по свежей чародейке. И чародейка сделает массаж пиписки. Ладно. А если голову отрубят? Пиписьки. Ну, надо голову защищать. Вот подбородочек вниз, к шее прижимаешь, короче, все, и не даешь мечу пройти. Если меч начинает проникать, надо очень быстро шею поднять, меч попадает, пускай зажимаешь в кость, меч. Пускай бьется в кость. Или в кость, да. Зажимаешь просто меч шеей, подбородком вот так вот, и резко двигаешься в сторону. Меч ломается, и все. Но я... Мне кажется, ничего не стоит делать при этом. Ну, не знаю, я так думаю, как вариант, почему нет. Берешь свою культю отрубленную и игни, это огонь, который игни, знак, и прижигаешь руку, чтобы кровь там не тлела. Чтобы... Вот так я понимаю? Да, вот так. Спаси, сохрани. Так, я убираю. В имя отца и сына, Аврил Лавинь. Ведьмак сам себе голова. Ведьмак всему голова? Хочешь ешь его, хочешь пей. 7 раз ведьмак, 1 раз померь. Без труда не вытащишь цири из лап дикой охоты. Зачем проветривать? Раздевайтесь. Шутка. Андрей, аккуратен будь. У нас же тут есть залетные мужеложцы, которые сразу... Ладно, шутка и шутка. Чуть-чуть, кажется. Ну, типа это, зачем проветривать? Раздевайтесь. Тут дело не в жаре, дело в том, что просто... В воздухе. Воздух, да. Воздух должен циркулировать. Тем более у нас тут труп шлюхи лежит, поэтому надо проветрить все равно. Задолбал уже. Причем никто ее не убивал, просто ты ее принес. Просто зачем ты сюда всю неделю с ней таскаешься? Что было, то и принес. Я просил всех показать. Когда-то давно я играл в Гвинт сетевушечный, и мне очень нравилась колода Скеллиги. У меня была самая крутая колода Скеллиги. Давным-давно. Так, все, мы едим. Мы едим. Едим. Как поедим, пойдем. Угу. Ой, извините. Паркур. Ведьмачий паркур. Понятненько. Рагнарок? Рагнарёк. Как насчёт... Я не люблю ебуку её. Рагнарок. Ебнутый. Блин, а Лена не доед. Главное, коктейль пьет. Соседца не доед. Проклял его. Нельзя проклинать. Оскорбил на прощание. Да.
Сказал ему Спиннер! Да-да-да-да-да. Эй! Сворлоку обменял там добычу с большой... Шухагол! Шухагол 42, спасибо за запрос, друзьяшки. Не верю? Я возьму. Ну его можно просто не использовать. Подошел ко мне сзади, говорит, чужак, думаю, куда идешь. Пошел. Как обухом ебаным. А как вот называется? Обратная сторона меча. Я не знаю. Эфес? Эфес. Эфес, а что руку скрывает? Ну да. А рукоятью? Рукоятью, да. Пизда, ну сейчас. Поеблету. А правильно? Если будет валяться на этом... А, бежать-то без эскеля, а эскеля бросить? Да хуй с ним, мы же ведьмаки, мы так... У нас так принято. Бросать друзей? Да, Замбезии. Африканская страна, где много вибраниума. Вопрос за 800. Ваканда. Ваканда. А тут, наверное... Старпёрдыч. Ой, Геральт. Старпёрдыч. Это один из этих из смешариков. Копатыч, Старпёрдыч. Этой ночью на свет появился первородный сын Оклунда, сильного сын Зарок, и до сих пор на месте будет носить имя. Простите. Саби. Пошел, блять, вон. А что такого? Ну чего я пошутил? Неожиданно прям. Прости, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть. Нежданчик. Нет, я про чих. А, ну так это пых. Бывает. Чих-пых. Да посаси же. Ты так сказал? Ну да. Там коза ходит, смотри, коза. Чё лезет коза куда-то? Коса! Тавала! Суп! Да? Трис айна нына нэнигаль. Тих! Ка! Жертвоприношение. Ты есть хотел? Нет. Что тебе эта коза дала? Она кому-то давала суп. Коза давала суп! Ты все испортил! Суп? Этого быть не может! Иди в жопу! Я почитаю. Плохо стало? Да. Цири спасена, дикохота повержена. Эскеле успели исцелить чародейки. Я спать. Заебали, я спать. Все. Да, давайте, как бы. Ребятушки, ладно, спасибо большое. Давайте за групповуха и спать. Да, на третий вариант. Ничего не говори. Это шок.